Запах амбры так подходит. Кто этот человек? Вон там. Он сидит спиной к эстраде. О, знаменитый поэт. Прорицатель. Он уже полгода молчит. Хотите послушать, как он будет проклинать революцию? О, с удовольствием. Простите, господа. Александр Александрович, разрешите вам представить американского журналиста? Господин Рид. А что у вас дают или не дают? В тяжелое время мы живем, Александр Александрович. В роковое время. Да. Роковое. И великое. Вы говорите по-русски? Немножко. Не устаю повторять Тютчева. А Жен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель. Но зритель может оказаться весь в синяках. Ну, смотря по тому, кто. У буржуа почва под ногами определенная, как у свиньи навоз. Семья, капитал, служебное положение, орден, чин, бог на иконах, царь на троне. Вытащи это, и все полетит вверх тормашками. А у интеллигента ценности невещественны. Его царя можно отменить только с головой вместе. Умение, знание, методы, навыки, таланты, имущество кочевое, крылатое.